Народження ж Ісуса Христа сталося так. Коли його матір Марію заручена з Йосифом, то перш ніж зійшлися вони, виявилося, що вона має в утробі від Духа Святого. А Йосиф, муж її, бувши праведний і не бажавши ославити її, хотів тайкома відпустити її. Коли ж він те подумав, ось з'явився йому ангел Господній у сні, промовляючи: Йосифе, сину Давидів, не бійся прийняти Марію, дружину твою, бо зачати в неї від Духа Святого. І вона вродить сина, ти ж даси йому ім'я Ісус, бо спасе він людей своїх від їхніх гріхів. А все оце сталося, щоб збулося сказане пророком від Господа, який провещає: ось діва в утробі зачне, і сина породить, і назвуть йому ім'я Еммануїл, що в перекладі є «З нами Бог». Як прокинувся ж Йосип зо сну, то зробив, як звелів йому ангел Господній, і прийняв він дружину свою. І не знав він її, аж сина свого, первородженого, вона породила. І він дав йому ім'я Ісус. Браті і сестри, в этот радостный день от имени руководства церкви хочу поздравить всех. Христос народился. И мы помолимся. Отец наш Небесный, мы благодарны Тебе за этот новый день, радостный день, который Ты дал нам. День, когда мы вспоминаем приход в мир Спасителя Иисуса Христа. Господи, мы просим, чтобы Ты благословил сейчас наше служение, участие наше. Благослови хор, благослови проповедь, Слово Твоего. Мы просим о том, чтобы Ты руководил всем этим служением, чтобы оно прошло во славу Твою, нашего Бога, Отца, Сына и Духа Святого. Аминь. Мы будем петь песни «Ангелы в небе Господа славят». Слава Христу, чтобы прославлены царство.
обычное, обычное. Обычное, братья и сестры, это рождение детей. И мы сталкиваемся с этими фактами часто в наших семьях, кто-то рождается. Кстати, по статистике, каждую секунду на Земле рождается примерно 2 человека. То есть мы можем посчитать, за минуту это 120 человек примерно, сколько за час. Так что рождение детей это то, что обычно. Но когда мы думаем об необычном среди этого обычного, то это рождение Иисуса Христа. Вот это необычно. Кстати, Иисус Христос, когда мы так говорим, то, ну, не знаю, возможно, братья и сестры, мы как-то так по умолчанию так воспринимаем, но когда Иисус Христос, ну, это же вот наш Иисус по фамилии Христос. Но дело в том, что Писание говорит о том, что Иисус Христос – это тот, которого Бог Отец обещал еще очень давно, еще от сотворения мира. Иисус – это имя, как мы в начале служения прочитали, ангел объясняет Иосифу, что означает это имя. Оно означает «Господь спасает». «Господь спасает». Так что в этом имени было воплощение Божьего замысла спасения. «Господь спасает». А Христос? А Христос – это помазанный или Мессия. И то, как нам это известно, Христос – это просто термин, который переводчики септуагинты, это те, которые еще в 3 веке до Рождества Христова в Александрии перевели текст Ветхого Завета на греческий язык. И взяли помазанный и просто вот так его и перевели, собственно, никак, Христос. Ну а когда делался синодальный перевод в 19 столетии, то переводчики синодального перевода видели в тексте Христос и, в общем-то, никак его и не перевели. Так и есть, Христос. Поэтому Иисус Христос, это Господь спасает. А через кого? Через помазанника своего, через царя, потому что этот титул помазанный означал царя, подразумевал царя. Вот рождение Иисуса Христа, помазанника, Мессии, это необычно. Необычно, и тем более мы празднуем его рождение из года в год. Почему мы празднуем его рождение из года в год? Почему это было настолько необычно, что Господь еще через пророков своих возвещал о приходе в мир Иисуса Мессии? Почему это так важно? Что же произошло 2000 лет тому назад? Вот об этом мы, конечно, будем говорить, рассуждать в течение утреннего служения, вечернего служения. Ну а вначале, начиная размышления над тем, что же произошло вот тогда, 2000 лет назад, что мы до сих пор празднуем это событие, поздравляем друг друга, дарим подарки друг другу. Так не происходит ни с одним ребенком, который бы родился на этой земле. Ну или когда мы родились, никто не поздравлял во всем мире друг друга. Ну разве что семья наша. Итак, Евангелие от Иоанна, 1 глава. Евангелие от Иоанна, 1 глава, первые 3 стиха и 14. «В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Оно было в начале у Бога. Все через Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть». 14 стих. «И Слово стало плотью и обитало с нами, полное благодати и истины». И мы видели славу Его, славу как единородного от Отца. Вот этот текст, что мы прочитали, братья и сестры, тут делается 3 основных утверждения. 3 основных утверждения. Первое – это то, что Бог – Творец. В начале, так и начинается Евангелие от Иоанна, в начале было Слово, в начале. И когда мы читаем это, в начале – то, я думаю, у всех у нас автоматически срабатывает, что это точно такое же начало, как с чего начинается вообще вся Библия, книга Бытия. Там то же самое стоит. В начале сотворил Бог. В начале. Вот я хотел обратить наше внимание,
кратко и буквально на эту фразу «в начале». И вот эта частичка «в», которая так и переведена была, и в «Бытие», в Евангелии от Иоанна «в начале», ее можно, конечно, перевести как «в начале», но можно также ее перевести, это, тут есть несколько граней у этой одной только частички, но можно также перевести как и «при помощи» или «посредством начала». Поэтому, например, когда мы «Бытие» читаем, мы читаем «в начале сотворил Бог небо и землю». Раввины, когда читают это, они тут уже видят намек на Мессию. Потому что с самого начала, при помощи, посредством начала, а кто начало? Это Господь Иисус Христос, Мессия, помазанный. Он начало всего, Он глава всего. Вот поэтому Евангелие от Иоанна, поэтому евангелист Иоанн с этого и начинает свое благовестие об Иисусе Христе Спасителе. И начинает точно так же, как начинается книга Бытие, он показывает в начале, с помощью начала, при помощи начала. В начале было Слово. Поэтому вот он сразу констатирует факт. Бог является Творцом всего сущего. Нас с вами, Творцом всей Вселенной. Это первое утверждение, это первый факт. Бог Творец всего сущего. Это ведет нас ко второму утверждению. Господь творит Словом этот мир. Было Слово, мы читаем, Слово было Бог. Оно, Слово, было в начале у Бога. Все через Слово начало быть. Вот идет та же самая тематика, что в книге Бытие. Через Него, через Слово все начало быть. Да, Бог творит мир Словом. Причем вот этот термин, который используется, Слово, тот, что в книге Бытие, или тот, что здесь Евангелие от Иоанна, вот этот термин означает действенное Божье Слово. Не просто Слово какое-то, вот, но действенное Божье Слово. Господь сказал, так это и произошло. Книга Бытие, 1 глава, констатирует этот факт. И сказал Бог, да будет, и происходит то, что сказал Бог, потому что Его Слово живо и действенно. Мы так это и читаем. Божье Слово обладает вот такой силой. Оно живо и действенно. Мы читаем о том, что оно проникает в самую суть человека. Слово Божье. Вот посредством чего Господь сотворил этот мир. Когда мы читаем Евангелие от Иоанна, первую главу, то по контексту мы читаем, что это не просто о каком-то слове идет речь. Речь идет об Иисусе Христе. О Нем идет речь. Слово стало плотью. О Нем идет речь. Поэтому действительно, да, Иисус Христос, Божественное Слово, помазанный Господь, Он творил этот мир. И это ведет нас к третьему утверждению. Да, Он Творец всего сущего. Он Творец наш. Но 14 стих мы читаем. И Слово стало плотью. Вот это очень необычно. Слово стало плотью и обитало с нами. Слово стало плотью, то есть такое, как мы. Ну, потому что мы плоть. Да. Я еще не видел человека, у которого бы не было тела. Вы тоже, наверное, не видели. Вот Иисус, Божественное Слово, стал плотью. Он родился так же, как мы рождаемся. И обитала с нами. Интересный опять-таки термин «обитала». От этого это термин, который происходит от слова, знакомого нам слова «скиния». То, что Господь дал повеление Моисею построить скинию, место Божьего пребывания. Скиния. И это скиния было указанием на то, что наступит момент, когда Бог будет пребывать. Сам Бог будет пребывать посреди людей. И приход в мир Иисуса Христа как раз было осуществление этого. Поэтому тут можно было бы сказать так, что и Слово стало плотью, и скинействовало с нами. Обитание, пребывание, пребывало с нами. Вот это удивительно. Вот об этом можно долго читать в Священном Писании. И писатели священные
Они очень много об этом говорят. Пребывание Бога. Это то, что приводило в восторг, восхищение писателей и Ветхого Завета, книг, и Нового Завета, Евангелий. Это то, что привело в восхищение и Матфея, когда он писал свое свидетельство об Иисусе Христе, как мы и читаем в первой главе. Ну, мы уже читали. Но теперь в русском переводе, 23 стих, евангелист Матфей, описывая нарождение Иисуса, помазанника Иисуса Христа, он говорит, что это все произошло как осуществление пророчества. Какого? Вот какого. «Се дева во чреве примет», 23 стих, «и родит сына, нарекут ему имя Эммануил». Эммануил. И Матфей делает перевод. Это имя означает «С нами Бог». Вот это просто сложно понять. Вот это то, что трудно понять. Как это? «С нами Бог». Но это факт. «С нами Бог». Он с нами. Он пришел в этот мир для того, чтобы спасти человека. Для того, чтобы вернуть человека во взаимоотношения с собой. И если, братья и сестры, этот факт народжения Иисуса Христа, я еще цей факт приводил в восторг евангелистов, то, конечно же, этот факт, я думаю, он должен привести в восторг, восхищение Божьими деяниями и нас с вами. Поэтому что нам сегодня сказать? Одно только лишь. Христос, народився, слави мою. Аминь. Мы помолимся, будем восхвалять Господа. Отец наш Небесный, мы благодарны Тебе за Твои удивительные деяния, которые приводили в восхищение писателей Слова Твоего, евангелистов. Господи, мы так благодарны Тебе за то, что Ты осуществил замысел искупления через Иисуса Христа. Мы благодарны Тебе за то, что Он пришел в этот мир для того, чтобы спасти нас, для того, чтобы вернуть нас во взаимоотношения с Тобою. Мы благодарны Тебе, мы восхваляем Тебя, наш Господь, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. 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 Thank you.
Мне кажется, Рождество Иисуса Христа – это самый светлый и самый, наверное, насыщенный благоговением праздник для христианства. Мой Христос, Ты рассеял мрак ночи, озарил дивным светом сердца, и средь тьмы над землей полночной воссиял светлый день Рождества. О любви и о вечности слова нам Спаситель любимый принес. И в душе чьей-то снова и снова Ты рождаешься, чудный Христос. Так ликуйте же, люди спасенные, славьте все в этот день Рождества. Пойте Богу, освобожденные, величайте рождение Христа. Спустилась нам с небес ради.
Ой, в Вифлеемі весела новина, радуйся, Син Божий народився. Ми будемо вместе сейчас петь. Важно шли верблюды и слоны, и в челе большого каравана, устремивши взоры в небосклон, три волхва в затейливых тюрбанах ехали кому-то на поклон. А в пещере, где всю ночь не гасли факелы, мигали и чадя, там ягнята увядали в яслях спящие прекрасные дитя. В эту ночь вся тварь была в волненье, пели птицы в полуночной мгле, возвещая всем благоволение и наступление мира на земле. Аминь. Нам подарит небо торжество,
На земле 2000 уже оставляет эта новая свет. Мы о Рождестве поем, пусть оно приходит в каждый дом. Сердце наполняет пусть покой и мир святой. Нам приходит Рождество, грешнику спасенье. С ним в душе наступит пусть, с Богом примиренье. Сердце обрати к нему, ко Христу рожденному. Вспомни радость Рождества, вспоминай рождение Господа Царя. Наступило Рождество, нам подарит небо торжество. На земле 2000 уж лет оставляет это новый след. Мы о Рождестве поем, пусть оно приходит в каждый дом. Сердце наполняет пусть покой и мир святой. Чудо прославлять рожденного мы все люди будем. В мире столько много бед, но сам Бог дает нам свет. Подарил нам Рождество и на землю послал нам Сына Своего. Наступило Рождество, нам подарит небо торжество. На земле 2000 уж лет оставляет это новый свет. Мы о Рождестве поем, пусть оно приходит в каждый дом. Сердце наполняет пусть покой. Братья и сестры, я вас также поздравляю со светлым праздником Рождества Христова. И как мы уже с вами сегодня слышали, и в стихотворении, и в песне, Бог в Иисусе Христе подарил нам этот удивительный свет. И вы знаете, я когда смотрю в зал, я всегда задаю вопрос, а действительно ли вот свет Иисуса Христа, Он просветил наши сердца, и в нас с вами горит вот эта удивительная Божья радость. Принесло ли Рождество Иисуса Христа нам эту радость? Радуемся ли мы сегодня? И если радуемся, что является источником этого света? От чего мы радуемся? Какой свет нас с вами просвещает? Как сегодня на множество открыток написано «Со светлым праздником Рождества». И действительно, этот праздник у нас ассоциируется со светом. Мы можем вспомнить, что как когда-то Лука описал о том, что пастухом осияла слава Господня, осиял этот яркий свет. Мы можем вспомнить о том, что звезда, которая указывала путь тем мудрецам, которые, тем волхвам, которые шли с востока. Да и мы, в принципе, знаем о том, что даже сегодня в нашем городе стараются повесить много иллюминации, чтобы сделать Рождество светлым праздником.
Я помню, мы когда-то с моей супругой, когда были в Чехии, то это удивительно смотреть, как украшался город, как украшались здания, ставились какие-то фигурки, и все сияло. Порой, заходя вот там в магазины, знаете, как-то даже слепило, больно было на все на это смотреть. Это люди говорили о том, что это праздник света. Но когда мы сегодня смотрим на все происходящее вокруг, то задаем простой вопрос. А где же среди всего этого света место имениннику? Где же все-таки вот тот источник света, от которого люди сегодня получают радость? Кто является центром этого праздника? Если сегодня люди празднуют Рождество, то задаем вопрос, а Рождество ли Иисуса Христа? Вообще, если посмотреть немножечко на историю, назад, отмотать вот историю христианства, то мы можем увидеть, что первые христиане, они не праздновали праздник Рождества. Они его не праздновали по той простой причине, потому что в Божьем Слове нет повеления его праздновать. Это хорошо то, что мы его сегодня празднуем, вспоминаем события и жизни нашего Спасителя. Но, к примеру, когда дело касается Пасхи, то апостол Павел в Новом Завете уже говорит, будем праздновать не со старой закваской, помните, да, а с новым тестом. И вот христиане, они не праздновали этот праздник, но проходили столетия, и в этом празднике появилась нужда. Появилась нужда, потому что христианство очень быстро стало распространяться. Христианство стало распространяться по Римской империи. А Римская империя, она была языческая, в ней поклонялись разным идолам, разным божествам. И вот спустя 4 столетия папа Юлий I, он подписывает указ, когда религия стала государственной, христианство стало религией государства. Видя, что люди поклоняются идолам, издается этот указ, чтобы люди праздновали Рождество. Чтобы люди приходили в церковь, чтобы как-то направить их взгляд, направить их к Богу, направить их к Иисусу Христу. И вот историки, когда описывают эти языческие праздники, которые были в Римской империи, а вот как раз декабрь, этот месяц, он характеризовался тем, что люди заканчивали земледельческие работы. Они забивали скот, потому что дальше его было нецелесообразно содержать. Они забивали, появлялось много еды. Тот виноград, который собирали в этом году, то есть вот то свежее вино, оно переставало бродить, и у людей появлялись эти напитки, у людей появлялось много времени, и они начинали праздновать своим божествам. И вот историки говорят, что в эти дни люди ходили друг к другу в гости, они подчивали друг друга жирными явствами, они не забывали в эти дни наслаждаться увеселениями и различными зрелищами. В этот праздник было принято дарить друг другу подарки и при этом не забывать нищих. И вы знаете, я когда читал вот эти исторические данные, мне почему-то напомнило это сегодняшние дни. Люди сегодня находят точно так же в этом радость. И хотя это очень хорошо, когда мы с вами пойдем друг к другу в гости, когда мы будем дарить подарки, но так важно, чтобы мы не потеряли центр этого праздника. Это было прекрасно, когда Константин, когда Юлий I, они подписали этот указ, но это создало одну определенную проблему, что люди, которые продолжали поклоняться идолам, которые почитали своих богов, которые чтили эти праздники, они также по указу императора, боясь потерять свои должности, заходили и в церкви. Было два источника этого света, они радовались тому, но заходили также почтить Иисуса Христа. Мы живем с вами сегодня в то время, когда точно так же в эти дни будет очень много увеселений, и время не поменялось. Сегодня то же время, когда людям нужно хлеба и зрелищ. Будет показано очень много разных программ, разных фильмов, разных, может быть, увеселительных каких-то программ. И порой эти фильмы, они очень моральные. Они, может быть, даже учат добру. Но если вы посмотрите, там не будет ни одного воспоминания об Иисусе Христе. Совершенно две разных истории. Люди празднуют Рождество, но Рождество ли Иисуса Христа? Вы знаете, порой даже в христианских семьях сегодня
дети, они больше ждут Санта-Клауса с подарками, чем они знают об Иисусе Христе. Братья и сестры, Господь призывает нам проверить, а где же источник нашего света. То ли нас радует этот свет, который вокруг светит, то ли это Божий свет, который воссиял нам в Иисусе Христе. Сегодня происходит война за наши умы, происходит война за наши сердца. Сегодня происходит битва, какое Рождество мы с вами празднуем. Когда-то пророк Исаия в 9 главе во 2 стихе, он написал такие слова, пророческие слова об Иисусе Христе. «Народ, ходящий во тьме, увидит свет великий, на живущих в стране тени смертной свет воссияет». Вы знаете, когда мы читаем Евангелие от Иоанна, и сегодня Андрей Михайлович уже читал эти слова, и Господь по-особенному хочет нам сегодня вот донести эти слова, Его желание донести нам, объяснить эти слова. И мы не найдем такую же историю о Рождестве, как у Луки, или как у Матфея, но как мы слышали, вот Иоанн обращается туда, к первым страницам Библии, и он пишет в первой главе, с 1 по 5 стих, «Вначале было Слово». И Слово было у Бога, и Слово было Бог, оно было в начале у Бога. Все через Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть. В Нем была жизнь, и обратите внимание на эти слова, и жизнь была свет человеком, и свет во тьме светит, и тьма не объяла его. Как мы уже с вами слышали, Иоанн отправляет нас туда в начале. В начале сотворил Бог небо и землю. Но я хотел бы обратить на другую. Андрей Михайлович говорил о Слове. Но помните, Господь потом говорит, да будет свет. Да будет свет. Иоанн говорит вот эту истину об Иисусе Христе, как об этом божественном свете. И на самом деле, когда мы читаем первую страницу Библии о творении, может быть, в хронологии, мы читаем о том, что там происходит удивительное чудо. Третий день творения Господь говорит, да произрастит земля, зелень, траву, кустарники, деревья, да, которые будут приносить плоды. Но вот что удивительно, осветило солнце и луна, они появляются только на четвертый день. Нет еще физических светил, но жизнь уже существует. Появился этот удивительный, первозданный Божий свет. И вот Иоанн говорит об этом уникальном Божьем свете. «Был свет истинный, который просвещает всякого человека, приходящего в мир. В мире был, и мир через него начал быть, и мир его не познал. Пришел к своим, и свои его не приняли. А тем, которые приняли его верующим во имя его, дал власть быть чадами Божьими». Друзья дорогие, где источник нашей радости? Это источник какой-то физический, какие-то физические светила, или этот удивительный, первозданный свет в Иисусе Христе? Слово Божие говорит о том, что настанет время, когда физические светила, они погаснут. Те, кто получают из них радость, они потеряют свою радость. К примеру, в Малахии, в 4 главе, во 2 стихе, когда он говорит о дне Господнем, он пишет такие слова, «А для вас...» «Благоговеющий перед именем моим взойдет солнце правды и исцеление в лучах его». Хотя, если мы посмотрим на Иаиля, 2 глава, 10 стих, то там говорится, «Перед ними потрясется земля, поколеблется небо, солнце и луна поворочатся, и звезды потеряют свой свет». Помните, когда Иисус Христос говорил в 24 главе о последних днях, там тоже встречаются такие слова. И вдруг после скорби дней тех солнце померкнет, и луна не даст света своего, и звезды спадут с неба, и силы небесные поколеблются. Погаснут эти физические светила, но для вас, благоговеющие передо мной, взойдет солнце правды. Говорится совершенно о другом источнике. Откровение 21 глава 23 и 24 стих говорится о новом Иерусалиме, где будут искупленные народы. И там есть такие слова. И город не имеет нужды ни в солнце, ни в луне для освещения своего, ибо слава Божия осветила его, и светильник его Агнец
Опять здесь Иоанн говорит об этом первозданном свете, об этом источнике, ибо светильник его Агнец. Спасенные народы будут ходить во свете его, и цари земные принесут в него славу и честь. Настанет время, погаснут все светила, которые физические светила, люди, от света которого радуются. И вот насколько будет важно, где источник нашей с вами радости. Иоанн показывает, что жизнь детей Божьих во Христе, который является Словом и который является светом. И вы знаете, как раз вот Слово Божие, оно является этим светом. Вначале было Слово, в нем была жизнь, и жизнь была свет человека. Давид прекрасно понимал эту истину, и в 35-м псалме, в 10-м стихе он говорил: «Ибо у тебя источник жизни, во свете твоем мы видим свет». 118-й псалом, 105-й стих, он продолжает: «Слово твое – светильник ноге моей и свет стезе моей». Друзья, действительно ли сегодня источник нашей радости – это неизменное Божие Слово, то неприходящее Божие Слово. Христос говорил о себе: «Доколе я в мире, я свет миру». Иоанна 8 глава 12 стих опять говорил Иисус к народу и сказал им: «Я свет миру, кто последует за мною, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни». Иоанна 12 глава 35-36 стих. Тогда Иисус сказал им: «Еще на малое время свет есть с вами. Ходите, пока есть свет, чтобы не объяла вас тьма, а ходящий во тьме не знает, куда идет. Доколе свет с вами, веруйте в свет, да будете сынами света». Сказал это, Иисус отошел и скрылся от них. Вот что нам с вами принесло Рождество. Этот свет стал нам доступен в Иисусе Христе. Эта радость стала нам доступна в Иисусе Христе. И в эти рождественские праздники хорошо, когда мы накроем столы, хорошо, когда мы будем ходить друг к другу в гости, хорошо, когда мы будем дарить друг другу подарки, хорошо, когда мы все это будем делать. Но давайте будем помнить о той действительной радости, о том неизменном источнике Божьего света, который дарован нам в Иисусе Христе. И пусть действительно вот этот свет принесет радость в наши сердца. Аминь. Сердце ясно.
возгласили небеса. Легко земля рожден Мессия, явился в мир Спаситель сам. Легко земля из лабиринта греха, нужды и суеты, отныне вечность дверь открыта в обитель Божией чистоты. Ни во дворце, ни в царском доме, ни среди лилий или роз, в убогих яслях на соломе лежит родившийся Христос. Мессия, Бог, о, посмотрите, проснись, уснувший Вифлеем, ведь это в яслях твой Спаситель, и небо он откроет всем. Но город спит, от дома к дому не переносят весть уста, лишь только ясли и солома нашлись той ночью для Христа. А небеса о славе пели, о расторжении оков, и звезды ласково смотрели на изумленных пастухов. День Рождества велик и славен наш неизменный вечный Бог. Ему сегодня предоставим не бедный темный уголок, но нашу жизнь и все желания, все дни, все годы, все дела. Тебе, Спаситель, все признания. Тебе, Христос, сердец хвала. Аминь. Но в тебе спасение.
спасение нам от Бога. Сейчас вместе петь песню «Ныне радість стала, яка не бувала». Ибо Он повелел, и сотворились до сих пор. Мы прочитаем Евангелие от Луки 8, 2 глава, с 8 по 14 стих. Евангелие от Луки,
2 глава с 8 по 14 стих. В той стране были на поле пастухи, которые содержали ночную стражу у стада своего. Вдруг предстал им ангел Господень, и слава Господня осияла их, и убоялись страхом великим. И сказал им ангел: не бойтесь, я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям, ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, который есть Христос Господь. И вот вам знак: вы найдете младенца в пеленах, лежащего в яслях. И внезапно явилось с ангелом многочисленное воинство небесное, славящее Бога и взывающее: слава вышли к Богу, и на земле мир, в человеках благоволение. Друзья дорогие, сегодня, когда мы празднуем, когда нас поздравляют, когда мы поздравляем друг друга, совершенно не важно, какая дата. 25 декабря или 7 января, один календарь или другой календарь, Бог вечен, и поэтому у Бога время совершенно не так исчисляется, как у нас. У Бога один день, как 1000 лет, и 1000 лет, как один день. У Бога по-другому. Но эти даты приняты в христианстве, как говорил уже брат сегодня, для того, чтобы возбудить христиан память, чтобы напомнить. В Израиле праздники были, главные праздники Израиля, они были для того, чтобы напомнить о Боге, напомнить о том, что сделал Бог. Друзья дорогие, сегодня люди дарят подарки, и это приятно, и дарить приятно, и получать приятно, да? Я вам скажу, дарить бывает даже приятнее, чем получать. Но и то приятно, и то приятно. Я говорил вам, что вы придете и напишите дома красивые открыточки для хористов, для регентов, и сегодня вручите им. Может, кто-то и принес, я не буду спрашивать. Если вы принесли, то вы подарите, да? Если не сейчас, то вечером. Мы вечером и день будем поздравлять наших горе-гадов. Благодарности Богу. Друзья дорогие, но этот праздник Рождества Иисуса Христа, он призван напомнить. Напомнить очень важные моменты, для нас с вами практически важные. И этот праздник призван быть радостным праздником. Он призывает к радости, и Бог хочет, чтобы все люди радовались. Чтобы все радовались. Это заповеди, это повеление Божье радоваться. 148-й псалом, который мы прочитали, обратили внимание, призыв хвалить. Но обратили внимание, что это не к людям обращение. Это обращение туда, за сферу земли. Почему, друзья? Почему здесь призывается хвалить Господа с небес, хвалить там вышних, хвалить ангелов, хвалить воинством, хвалить, чтобы солнце хвалило, луна, чтобы звезды хвалили его, все, чтобы небеса небес, воды, которые превыше небес, там где-то не эти тучки, которые над мы видим, и так дальше. Вот этот призыв, тот другой мир, в котором мы не можем быть, фактически телесно присутствовать. Призыв, чтобы небо хвалило Господа. Братья и сестры, почему так? Потому что если людей призывают радоваться, да, то грех принес скорби. И все люди не могут радоваться. И многие не могут радоваться.
Знаете, сегодня, я уверен, вы получали много пожеланий, радоваться приятно. Но, друзья дорогие, очень часто в наших сердцах печаль. У вас бывает печаль? Очень часто в сердцах наших печаль. И мы видим, печаль принес в этот мир грех. Если в сердце нет мира, какая радость? Дьявол принес, убедил согрешить, и он принес страдания. А там, где страдания, там нет радости. И даже тогда, когда есть серьезный повод радоваться, то люди на земле не радуются. Израиль, который страдал в Египте, жизнь была невыносимой. Мальчиков нужно было убивать, кирпичи делать, соломы не давали, не успевали, и бич римских вот этих надзирателей часто полосовал спины работников. Жизнь была невыносимой, и Бог вывел народ из плена. Не умер ни один первенец, потому что косяки дверей были помазаны кровью. Египет хоронил первенца, а Израиль в это время выходил поспешно. Перед ними расступилось море. Друзья дорогие, это не, знаете, не лужа какая-то, а море расступилось. И Писание говорит, что воды стояли по одну и по другую сторону. И Израиль проходил между этими водами. У них был вождь. В этом путешествии было очень много явлено Божьих чудес. Когда из камня вода текла, когда каждое утро перед рассветом ангелы рассыпали пищу, ее нужно было собрать. Ангельский хлеб ел человек. Когда было очень четкое руководство, это вам не какой-нибудь навигатор, а столб огненный ночью, столб облачный днем. Господь вел свой народ. Господь сам присутствовал, когда скинию сделали. Сам был, Господь сам пойду с вами. Ни с каким народом этого не было. И в этом народе меньше всего было это радость, это благодарность. Мы читаем эту историю в исторических книгах Библии, книга «Исход», книга «Чисел». Мы читаем, сколько там было ропота против Бога, столько там было ропота за новый путь, за новую цель, за новую надежду, что Бог даже решил ни одного не вводить в новую землю обещанную. Все эти неверовавшие ропотники умерли там за 40 лет путешествия в пустыне. Вы помните эту историю? У них был повод радоваться. Ни одному народу не падал хлеб с неба, а им падал. Притом в псалме написано, хлеб ангельский ел человек. Ни в одного народа не было, чтобы за 40 лет не ветшала обувь. Написано так, вы читали в Библии, обувь у них не ветшала. И не нужна была гуманитарная помощь. Просто их сандалии, их обувь, которую они несли, она не ветшалась. Она всегда была в одном свежем состоянии, как вышли, так и была. Написано, одежда у них не рвалась, не ветшалась. 40 лет носили, и не нужно было заниматься одеждой. Одежда у них не ветшала. С ними был сам Бог, Он отвечал на их нужды, Он отвечал на вопросы. Бог дал особый закон этому народу, чтобы он отличался, этот народ, от всех языческих народов. Ни один народ не имел такого ясного указания духовного и морального направления жизни. Этот народ имел. И в этом народе не было радости. Этот народ постоянно роптал, постоянно они были Богом недовольны. Они пришлось этим всем недовольным умереть. Друзья дорогие,
И вот это недовольство, этот ропот в сердцах народа израильского, который вышел из Египта, это была работа дьявола. Это он им неправильно представлял Бога, это он им неправильно представлял вождя, которого он поставил, это он неправильно представлял пищу. Помните, что говорили о этом хлебе ангельском? Я для тех, кто читал Библию. Они говорили, как надо ела эта негодная пища. Они назвали ангельский хлеб негодной пищей. Друзья дорогие, и много другого можно проводить. Очень много. Постоянно дьявол возбуждал ропот против Бога. И, естественно, против его путей, против его водительства, против его пищи, против его вот этого регламента, как, когда поить, когда не поить, против пути, который вел, против всего. Они роптали. Они не замечали руки Божьи. Они не замечали, что обувь у них не ветшает. Они не замечали, что пища то их достаточная. Потому что там были все нужные микроэлементы. Все Бог вложил в эту пищу. Абсолютно все. И сделал так, чтобы каждое утро получали свежую. На сегодняшний день. Друзья дорогие. И вот у них не было радости. Мы живем в мире, в котором сегодня на самом деле нет радости. Вы видите столько разнообразных бутылок со спиртным, разных названий, разных конфигураций. И это все в книге притчи написано «Дайте вино огорченному». Это все для огорченного народа. Это все для народа, который должен как-то скрасить свою пустоту, свое горе запить, свое несчастье залить. Друзья дорогие, вот эти все винные водочные ряды в наших магазинах, это свидетельствует, что народ живет в трагедии страха. Народ живет в трагедии неуверенности. Народ живет в постоянном поиске какого-то удовольствия, которого нет. И вот только вот это спиртное, оно восполнит. Посмотрите, как много и как многообразно эти товары в магазинах. Они говорят о духовной трагедии народа, о духовной трагедии общества. И это не только в нашей стране. В каждой стране свое. Где-то наркотики, где-то опиум, где-то каждый народ ищет. Или в табаке, или в спиртном, или в каких-нибудь наркотиках. Это свидетельство трагедии разрушенного человеческого счастья. Грех принес скорби. Но Бог возлюбил мир, и Бог послал в мир своего единородного Сына, чтобы верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. И праздник Рождества – это праздник радости. Братья и сестры, это праздник радости. Знаете, как-то так привычно, как-то так логично, учитывая нашу психику, психологию нашу, что черный цвет – это цвет травмы, да? А вот яркий красный цвет – это цвет радости. Это цвет, который возбуждает человека. Вы думаете, вы знаете, иметь хорошее чувство, иметь настроение хорошее. Возбудить человека к тому, чтобы человек двигался, человек жил, радовался. Хотя, конечно, если даже мы все в красное оденемся, это не добавит нам радости. Для настоящей радости должна быть настоящая причина. Но обратите внимание, 148 псалом, мы прочитали 5 стихов подряд, и здесь призыв славить Бога все сферы, которые выше земли. И почему? Основная причина. Главная причина в 5 стихе. Ибо Он повелел и сотворил. Вы представляете, Бог сказал однажды, пусть будут звезды на небе, и они появились. Пусть будет свет, пусть будет солнце, пусть будет луна, земля. На земле Бог повелевал, и все творение
по Слову Божьему. Сегодня первый брат читал о том, что в начале было что? Слово было в начале. Слово, Божье Слово, сильное, реальное Слово Божье. Братья и сестры, поэтому 148 псалом призывает все сферы небесные хвалить Бога. Бог хочет, чтобы земля славила Бога. Но сегодня земля не славит Бога. Сегодня на земле главный грех, главная проблема – это робость, братья и сестры. Ну ладно, мы тут страна, где постоянно меняются политические направления, где постоянно меняются власти, которые те туда, те сюда. Внутри лебедь щука часто бывает. Но мы привыкли, что наши прекрасные земли кому-то нужны. Столько историй мы знаем, всегда кто-то посягал, мы тут живем. Ну мы к этому привыкли. Но прекрасная Европа, устроенная, благоустроенная. И сегодня мы постоянно слышим, то в одном государстве, то в другом народ бунтует. Автомобили переворачивают, жгут, бьют, восстают против правительства. В Европе нету ни одной страны, где бы абсолютно спокойно и надежно было. Друзья дорогие, есть страны, где лучше, где спокойно идут в ад, где спокойно отреклись от Бога, где народы неспокойны сегодня. И написано, зачем метутся народы, и племена замышляют щедрые. Вы думаете, в прекрасной Америке все довольны? И там бывают выступления, бывают недовольства, то президентом, то мало ли чем. Там также постоянно волнуется народ, только по другим поводам. Везде народ на земле недоволен. Поэтому воззвать к народу, хвалите Господа всей земле, братья, можно взывать, но не будет сегодня радости. И на земле не было радости. Когда родился Христос, друзья, в ту ночь, когда Он родился, в Израиле не было повода радоваться. Они не имели государственности. Они были как бы пленены. Они были в одной из провинций Римской империи. Они не имели полной власти. Даже распять Христа, им пришлось к римской власти обратиться к Пилату. Они Пилата требовали распять. Иисуса Христа. Они хотели, но они власти не имели даже вот свой приговор принести. Они не имели на это права. Они не имели на это власти. Они не просто не имели, они не имели надежды. Потому что все было разрушено. Морально было разрушено. Потому что трудно давалось. Вы знаете, когда в 47 году в Кумранских пещерах нашли 600 сосудов, больших, закрытых пробками, тщательно замазанных глиной. 600 сосудов, в которых хранились священные книги, кожаные свитки, священных книг. Это говорило о трагедии народа. Народ мог бы читать их, но их нельзя было. Было время, когда была угроза уничтожения, и тогдашние властители решили спрятать. И вот это все было спрятано, в пещеру спрятано, и веками там было. Не читано, а спрятано. Друзья дорогие, это говорило о трагедии Израиля. В трагедии Израиля очень много вещей. И мы читали, что Христу сообщали, как Пилат там смешал круг жертв с их, круг, приносящий жертвами их, которые приносили, и так дальше. Это было трагично. То есть повода радоваться Израилю не было. Никакого в этот момент. Потому что пророк сказал однажды, нет мира нечестивым, сказал Господь. Нет мира, нет покоя. Когда нет правды, когда есть нечестие, когда есть неправильное отношение с Богом, нет мира. Грех принес, разрушил отношения с Богом, и на земле не стало мира. И вот в ту ночь Евангелие от Луки мы читали с вами с 8 по 14 стих. Обратили внимание.
пастухам предстали ангелы. Небо прошло, а то небо, которое прозывал псалмопевец славит, это небо подготовилось и прошло. И это небо появилось тут. Небо прошло. Земля должна была подняться к небу. Но грех не дал подниматься. Мир, один из христианских лидеров евангелизма сказал, мир как паралитик. Хочет подняться, но не может. Друзья дорогие, и в этом мире подготовилось небо, небо позаботилось, небо пришло и небо сообщило. Вот о чем сообщило? Мы читали с вами. 10 стих. Луки, тогда было 10 стих. Сказал им ангел, не бойтесь, я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям. То есть небо принесло то, чего не было на земле. На земле не было радости. Друзья, какая бы дата ни была, какой бы праздник ни был, если в нашем сердце нет радости, это уже не праздник, да? Какой праздник без радости? Но для радости нужен быть повод. И вот на все земное, оно не дает повода радоваться. Дьявол все делает, чтобы люди не радовались. Он постоянно вселяет в сердца недовольство, ропот и прочее, прочее, прочее. Он забирает радость, ворует радость, потому что это воля Божья. Небо радуется, и небо сообщает великую радость. В день рождения Иисуса Христа, в ту ночь, в которой Он родился, ну, день рождения, это ночь или день, какая разница, да? Мы не все помним, ночью мы родились или не, мы дату помним только, потому что записано в паспорте. Друзья дорогие, и вот небо сообщает причину. Сказал им ангел, не бойтесь, я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям. И причина радости. Смотрите, в чем причина радости. Ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, который есть Христос Господь. Вот это причина радости. Ныне родился вам. То есть пришел. Рождение – это начало, да? Это начало. И вот на земле начало, на земле появилась причина для радости. Ее до этого не было. Она была в восстановленных отношениях с Богом. Но эта радость постоянно омрачалась. Давид радовался Господу, да? Но грех омрачал его жизнь. Сколько ему приходилось плакать от самого себя. Помните? Сколько ему пришлось? Соломону пришлось плакать. Друзья дорогие, и многим приходилось очень много плакать. И поэтому в книге Иова мы читаем 5:27 стих. Человек рождается на страдания. Искрыча, масса вер. Какая там радость? И вот появилась одна единственная, настоящая причина радоваться. Это рождение в мир Иисуса Христа. Друзья дорогие, и вот эта причина появилась между людьми. И в чем? Смотрите, ибо ныне, 11 стих, ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, который есть Христос Господь. Ныне родился вам. Что эти слова говорили? Бог обещал, когда перед Ним стояли, склонив головы, я представляю, Адам, Ева, с опущенными глазами. И Бог сказал змею, что семя жены будет поражать. Семя жены поразит. Бог указал на семя жены. Не на семя мужа, а на семя жены. Бог тогда указал, что будет время победы. Бог указал дьяволу, что будет время возмездия. Тогда. И это будет надеждой для рода человечества. Друзья дорогие, Бог обещал Сына.
Просто в этих книгах мы видим обещание Его прихода. Обещания Божьи, они настолько верны. Смотрите, Евангелие от Луки, 1 глава, 31 по 35 стих. Мы читаем Евангелие от Луки, 31 по 35 стих. Когда ангел явился к Марии, и вот зачнешь во чреве и родишь сына, и наречешь ему имя Иисус. Он будет велик и наречется сыном Всевышнего, и даст ему Господь Бог престол Давида отца его. И будет царствовать над домом Иакова вовеки, и царство его не будет конца. Мария же сказала ангелу, как это будет, когда я мужа не знаю? Ангел сказал ей в ответ, Дух Святой найдет на тебя, и сила Всевышнего осенит тебя, посему рождает Святое, наречется кем? Сыном Божьим. Братья и сестры, Сын Божий. Каждый из нас имеет вначале, кроме матери, кто-то должен быть отцом. И каждый из нас унаследовал гены, характер. Какое-то, знаете, что-то, наклонности какие-то. Или это наклонности быть художником, или наклонности быть музыкантом, или наклонности быть пьяницей, или еще кем-то. Каждый унаследовал грех. Кроме всего, каждый унаследовал грех. Но Марии было сказано, что она от Духа Святого, от Бога. И поэтому там никакого наследства греха. Это было сказано родишь. Было вечно, да? И мы читаем 2 глава 7 стих. Евангелие от Луки, 2 глава 7 стих. И родила сына своего первенца, спеленала его и положила его в ясли, потому что не было им места в гостинице. Родишь, и что? И родила. Бог сказал, и вот результат. Смотрите, друзья, а что между этими двумя моментами? Между Божьим обещанием и результатом, который появился на самом деле. А между этими обещаниями сказано о Боге. 1 глава, 37 стих. Вот что между этими обещаниями сегодня важно для нас. Ибо у Бога не останется бессильным никакое слово. Запомните этот стих. Запомните первую главу Евангелия от Луки, 37 стих, и почаще его открывайте. Почаще читайте. Ибо у Бога не останется бессильным никакое слово. Друзья дорогие, никакое. Все обетования, все заповеди с обетованием, все заповеди, которые Господь давал и обещал за это как результат исполнения. Все, что Он обещал о будущем, о нашем спасении, абсолютно все исполняется. У Бога не остается бессильным никакое слово. Это причина для радости или нет? Друзья дорогие, сколько обещаний люди дают, вступая в брак? И сколько их не выполнено, да? Вы знаете? Все они выполнены. Не выполнены. Многие не выполнены. Друзья дорогие, люди дают обещания на верность Родине, но потом эту Родину забывают, продают иногда. Люди дают обещания, когда на работу поступают. Люди дают обещания сами себе перед Богом, когда в молитве стоят. И обещают Господу, я никогда больше грешить не буду. Я никогда больше не буду судить в мыслях никого. Я никогда не буду больше распространять худой молвы. Я никогда больше не буду то делать, то, не буду. И делай
Вот тому и написано праведник семь раз упадет. Представьте. А почему ему падать семь раз? А потому что мы не способны выполнить наши обещания. Я говорю, Господи, я никогда не буду больше раздражаться. Когда достаю, закипает в душе, да? Потом на нервы, потом в глазах, потом на языке появляется. Друзья, как много вещей, которые мы обещаем, которые мы знаем, что надо так, Господь так делает, так ждет, так от нас ожидает, а мы делаем. А мы продолжаем это делать. В этом трагедия. Но у Бога не остается бессильным никакое слово. Это наши слова бессильные. Это наши планы. Даже есть такая интересная пословица. Добрыми намерениями вымощена дорога. Помните куда? В ад. Человек имеет добрые намерения. И эти намерения возобновляются. В воскресенье после проповеди часто люди думают, все, больше не буду грешить, больше не буду так поступать, больше не буду так говорить, больше не буду так думать, больше не буду так чувствовать. И все, намерение есть, положил, и двигаюсь дальше. Но добрыми намерениями вымощена дорога в ад. Друзья, дорогие, у Бога не остается бессильным никакое слово. Сказал, что родишь и родила. Вот о чем сегодня говорит этот день. Этот день сегодня очень четко определяет. У Бога не остается бессильным никакое слово. Друзья, дорогие, следующее. Посинит тебя сила Всевышнего. Сила. Нужна сила. Знаете, чтобы нам не пришлось делать, на все нужна сила. В физике это такой отдельный термин, отдельная формула. Куда проложили, куда-то сила подвинулась, кого подвинет, куда-то двинет. Сила нужна, да? Вы помните, Самсон сказал, встану и сражусь, как прежде. Но он не знал, что сила Божья оставила. А сила оставила. Враг есть, Самсон есть. Нет только силы. Христос сказал, вы примите силу, когда сойдет на вас Дух Святый. И будете мне свидетелями от края до земли до края. А силы-то нет. И приходится сегодня христианству ухищряться. Всякие методики придумывать, всякие усиления, чтобы все-таки как-то заманить грешников в спасение. Нельзя, дорогие. А Петр ничего не делал. Он просто проповедовал Слово. У него была сила Святого Духа. И в этот день люди обратились. У него была сила. Друзья, дорогие, сегодня церковь нуждается в силе. В силе свидетельства, в силе молитвы. Звонит сестра мне, говорит, ну, ты помолитесь. Брат потерял ключи. А Бог слышит ваши молитвы. А ваши же не слышат. И ваши слышат. Написано, ты слышишь молитвы, к тебе пробегает всякая плоть. Но так же написано. И ваши молитвы слышат. Друзья, дорогие, каждый из детей Божьих, который принял Иисуса Христа, он имеет силу. Он ее должен иметь. Но и Даниила мы читаем, Христос придет по совершенном низложении силы. Слышите? Силы народа святых. Друзья, дорогие, сила Всевышнего осенит. Сила Всевышнего дала. Сила Всевышнего подарила нам Иисуса Христа. Поэтому псалмопевец 148 псалом начинается «Славить надо готово всю сферу неба». Оно исполнило свое. А нам, дорогие друзья, нам нужно. Христос говорил, Евангелие от Иоанна 8 глава, 23-24 стих, откуда Он пришел. Вот как он вообще, Иоанна 8:23-24, Он сказал им, вы от нижних, а я от вышних. Вы от мира сего, а я не от мира сего. Потому я и сказал вам, что вы умрете во грехах ваших. Ибо если не уверуете, что это я,
то умрете во грехах ваших. Израиль уверовал, что Христос Божий. Они за это хотели побить камни. Они не могли представить, что Бог воплотился. Сын, значит, Бог, божественный природа. Сын несет сущность Отца. Сын. Израиль не уверовал. Поэтому 53 глава пророка Исаии так печально начинается. Кто поверил слышанному от нас? И кому открылась мышца Господня? Потому что он зашел как росток из сухой земли. Он родился ночью. Ему не нашлось места. Его положили там где-то в хлеву на соломку. Подослали соломки, где кормят овец. Друзья, дорогие, мир не принял. Только намекнули Ироду, что царь. И тут пошла погоня, убивают младенца. Друзья, дорогие, мир не принял. Но Христос сказал, вы погибнете в грехах, потому что не уверовали. Всякий, кто не уверовал, что Иисус Христос – Сын Божий, а значит, воплотившийся Бог, соединивший в природе плоти, соединивший вечное с духовным, друзья, умрет от греха. И главный грех – это грех неверия. А что он сделал? Суть, для чего он пришел? Иоанна 1 глава 29 стих. Написано, Иоанн говорит, куда идет Христос. Поднимает руку и говорит, вот, там было много народа. На другой день видит Иоанна, идущего к нему Иисуса, и говорит, вот Агнец Божий, который берет на себя. Что берет? Грех мира. Вот он. То младенец, а теперь он вырос, и вот идет тот, который берет на себя грех мира. Всю трагедию, весь повод слез, весь повод отчаяния, все это он берет на себя. Все, что разорвало отношения с отцом, он берет на себя. Друзья, дорогие, вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира. И мы видим, дорогие друзья, теперь он приходит к нему Никодим, один из учителей. И что он говорит Никодиму? Вы помните, Иоанна 3:3. Запомните этот стих, легко запомнить. Иоанна 3:3, да? Это не только Никодиму, это каждому из нас. Иисус сказал ему в ответ, это каждому человеку, истинно. Истинно говорю тебе, если кто не родится свыше, не может видеть Царствие Божие. Друзья, дорогие, Христос пришел свыше, и теперь, чтобы спастись, Он пришел из того мира в этот мир. Этот мир породил много учителей. Этот мир породил много лидеров, много великих людей. Но этот мир не мог породить Спасителя. Небо дало Спасителя. Он пришел из другого мира, в этот мир, чтобы спасти этот мир. И этот мир его не пришел. Но если кто-то хочет быть спасенным в другом мире, в том мире, в который призывает славить Псалмопевец в 148-м псалме, нужно одно простое – родиться свыше. Не от земли, не так, как все. Родиться свыше. И Христос сказал Никодиму, этому очень грамотному, толковому, порядочному человеку, совестному человеку. Он сказал ему, если кто не родится свыше, не может увидеть Царствие Божие. Никогда не будет спасен. Никогда не будет с Богом. Никогда. Человек должен родиться свыше. Об этом надо обратить внимание. Ангелы пришли. Ангелы сообщили, кто пришел. От этого есть Христос. И Петр говорит в своей проповеди, Деяния 4:12. Ибо нет другого имени под небом данного человеком, которым надлежало бы нам спасти. Вот кто родился.
Вот почему мы радуемся. Друзья, больше нет ни одной личности, которую могли бы спасти. Только одна единственная личность, только Христос. Вот причина радости. Ангелы, ангелы возвестили радость. Ангелы пастухам сказали, мы встречаем вам великую радость, которая будет и тем, которые сидят на собрании на культурной 9 25 декабря 2019 года. Мы возвещаем вам великую радость, которая будет всем людям. Но для этого, друзья, что нужно? Родиться свыше. Принять эту радость. Принять Спасителя в сердце свое. И поэтому Филиппийцам 4 глава, 4 стих. Заповедь для сегодняшнего дня, для завтрашнего, для вчерашнего. Любому спасенному человеку. Радуйтесь всегда в Господе. И еще говорю, радуйтесь. Если нет радости, ищите грех в своем сердце. Если нет радости, друзья дорогие, даже мы, когда печалимся, матери плачут о своих детях, да? Молятся. Иногда дети молятся о родителях. Друзья дорогие, мы видим трагедию рядом. Взгляд на бедствие – сигнал к молитве. Мы учимся молиться. Друзья дорогие, и все равно в любой ситуации мы верим, что у Бога не остается бессильным никакое слово. Это повод радоваться. Приход в мир Спасителя – это повод радоваться. И поэтому радуйтесь. 25 числа, да? Радуйтесь всегда, Господи. Радуйтесь всегда. Когда приходит горе, у Иова, когда всего лишился. Всего. Горя большего нет. Нет больше горя. И то он сказал, он прославил Бога. И сказал, разве добрые должны принимать от Бога, а злое нет? И то он написано прославил Бога. Он прославил Бога. Тяжело. Трудно было сквозь слезы славы, но он прославил Бога. За все, что дальше написано. Благодарите. Радуйтесь всегда Господу. Неемии 8 глава 10 стих, 1-10 стих Неемии, это когда туда с плена возвратились. А у нас в основном народ, который возвратился из плена греховного, да? Вот возвратился народ из плена и сказал им Неемии, пойдите, ешьте тучное, пейте сладкое, посылайте части тем, у кого нет ничего не приготовлено, потому что день сей свят, то есть отделен Господу нашему. И не печальтесь, потому что радость пред Господом – подкрепление для кого? Для нас. Мы нуждаемся в подкреплении. Это подкрепление для нас сегодня. Поэтому делитесь, приглашайте на обед. Если вас приготовлено, не приготовлено, молитесь, кто-то вас пригласит в гости, и вы вместе пообедаете. Праздник должен быть праздником, радостью. Ну так написано, так Неемия сказал, да? Радость пред Господом – подкрепление для вас. Сделайте, чтобы вы радовались. Сделайте, чтобы радовались те, которые с вами. Сделайте так, чтобы радовались о ком? О Господе. Братья, если у сестры не работает отопление, конечно, радости нет. Но Господи, она может радоваться. Если у кого-то там фундамент просел, подмыли вот воды, как радоваться? Радуйтесь о Господе, Господь поможет им в этом. То есть радуйтесь всегда в Господе. И пусть Господь поможет сегодня нам радоваться тому, что Христос пришел, что у Бога не остается бессильным никакое слово. Если в доме молитвы есть люди, которые не радуются, потому что еще не спасены.
еще не родились свыше, еще живут в плену греха. Для них еще радость в бутылке или еще в чем-то, в грехе. Покайтесь сегодня, попросите прощения, примите подарок, дар Божий, и скажите: Господи, я принимаю, я благодарю, я радуюсь с ангелами, с небом, я радуюсь с пастухами, я радуюсь с теми, кто уже спасен. Примите сегодня Спасителя в ваше сердце. И это будет праздник для вас, друзья. Это будет праздник. И пусть Господь вас обидит. Мы ставим для молитвы. Если кто-то желает сегодня принять Господа, покаяться, вы можете выйти сегодня вперед. Смелый шаг такой сделать. Вы можете сегодня сделать смелый шаг. Вы можете сегодня этот радостный день сделать себе радостным. И будут радоваться небеса. И будут радоваться те, кто о вас молился. Будут радоваться матери, будут радоваться родственники. Если есть кто еще не покаялся, кто не примирился с Богом, если есть такие, а может быть все рождены свыше и уже радуются, то если есть желающие покаяться сегодня, молитесь. Господь примет вас. Аминь. Отец наш Небесный, Господь наш, мы сегодня пришли в дом молитвы. Мы сегодня радуемся. Мы радуемся, потому что в мире есть Спаситель. У нас очень много оснований печалиться. И здоровье, и мир, в котором живем, и очень часто материальное наше положение, и прочее, прочее. В мире так много причин печалиться. Но у нас есть одна, самая главная причина радоваться. В мир пришел Спаситель. Пришел Агнец Божий, который берет на себя грех мира. Пришел Тот, который кровью омывает, принимает, любит. Пришел Тот, который сегодня является самым настоящим основанием для радости. Почему? Потому что у Бога не остается бессильным никакое слово. Отец Небесный, Духом Святым посети каждое сердце. Духом Святым сегодня изобрази Христа в каждой жизни, в каждом сердце. И покажи, что родившийся принес великую радость. И что мы сегодня можем радоваться. И если в сердце печаль, покажи, какой грех сегодня удерживает. Какой грех сегодня томит, связывает. Почему дьяволу место дано. Господь наш, Ты силен, и мы просим Тебя во имя Иисуса Христа, пробуди христианский мир для радости во Христе. Покажи, что только в Господе мы находим покой, и только в Господе находим мир. Благодарим Тебя сегодня за Слово Твое, благодарим сегодня Тебя за все сделанное для нас в этот день. Благодарим сегодня Тебя за всех, кто трудился, чтобы праздник этот сделать красивым, приятным, чтобы прославилось имя Твое в пении. Мы благодарим за всех, и за проповедников наших, и за просветиров, служителей, за всех, кто старался сегодня, чтобы другим было приятно. Господь наш, за все мы благодарны Тебе, великий Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Аминь. Братья и сестры, мы поучаствуем в пении в добровольном материальном служении на дело Божие. В заключение еще споем песню из сборника 591. Полной благости, полной радости, благодатный день. Участвуем, кто может. Это пойдет тем, кто сегодня не имеет того, что имеем мы.